вообще чувствуется доброжелательность, добрососедство наших братьев татар и башкир, потому что они вообще от природы доброжелательные люди. Сегодня вот в Коломенском парке мы отмечаем такой великий праздник Сабантуй. Это завершение весенно-полевых работ. Как раз в начале, насколько мне известно, отмечается в малых регионах, деревнях, а потом побольше, где вот регионы, центры, вот сегодня в Москве отмечается. Также мне известно, что этот праздник отмечается по всему миру. В Вашингтоне, в Стамбуле, в Монреале, вот я знаю, что также отмечают этот праздник, потому что это всемирный праздник. Что мне нравится здесь, то, что люди настроены по отношению друг к другу делать добро. Радуются, улыбаются, глаза светятся ярко, искренне. Вот что еще нужно? Вот такие праздники нужны по России побольше, чтобы люди почувствовали, что не все так плохо у нас в России. Безусловно, это действительно общероссийский праздник. Мне кажется, что это праздник не только татар и башкир, это праздник для нас всех россиян одинаково, потому что я чувствую здесь как у себя дома, потому что близкие люди, вот Равил Калимулович, постпред в Москве, Татарстан, постпредствие Татарстана, который работает, главный человек, вот он пригласил вчера меня сюда, спасибо ему за это приглашение, потому что увидел благодаря этому приглашению столько разных национальностей, столько добрых, позитивных людей, музыкантов, спортсменов. Они что-то интересное показывают, демонстрируют силу добра. Вот что очень важно, вот, когда видишь позитивный настрой.